3 мая. В Мурманске снега достаточно много. Туристический бизнес спит и из-за пандемии. И наш отель тоже, мини-отель Аврора Виллидж тоже спит, в нашем кафе. Давайте посмотрим один из домиков. Посмотрите, какой у нас. Какие у нас дома. Два человека внизу размещаются и два наверху. Я надеюсь, скоро это закончится, и мы будем снова работать. Всем пока. Весь транспорт стоит.